Во время чемпионата мира по футболу в Самаре не будут ограничивать речное судоходство. Решение принято в Министерстве транспорта России. Часть судов отдадут под речные круизы и экскурсии для болельщиков. Все привычные для самарцев маршруты сохранятся. Не выстраиваем программу таким образом, что в первую очередь подстраиваемся под проведение чемпионата. То есть, по большому счету, программа выстроена стандартным образом. То есть, у нас есть графики движений, которые, по сути, уже давно утверждены. И, собственно, продажи в розницу пошли уже с июля прошлого года. Некоторые круизные теплоходы будут использовать в качестве гостиниц. Курсировать они будут между Ульяновском, Казанью и Самарой. Для болельщиков подготовят экскурсионные программы на русском языке, английском, испанском, французском, немецком, арабском и португальском. Отработанные экскурсионные маршруты. Речные, они будут организованы на регулярной основе в период проведения самого чемпионата мира. Это экскурсионные прогулки от 1 часа до 1,5 с посадкой возле речного вокзала, и, возможно, будет задействован еще дополнительный ульяновский спуск. На экскурсионные поездки по Волге на время мундиаля установят специальные тарифы. Повышение цен для стандартных перевозок не планируется.